сидишь и смотришь на этот глаз, который ищет. Ну или... Или альтабуешься каждые 10 секунд. Правильно? Было такое? Было. Да. Вот. Мне больше всего нравилось, где чисто по левелу был Эльдорок. Чисто по левелу, чисто. Ну, по-пацански. Сразу, чтобы пацану подошел. Какой у тебя левел? И все, сразу понятно. 42-й, о, ничего, ты крут. 13-й, а, ну бас. Я вчера 16-й взял. Запись будет обязательно. Это же была романтика. Да, была. Так, ну ты ставишь экс, получается. Только вот давай сразу контроль. Я бахаю соло тинкера. Да. Сегодня в Википедии нашел Asus какой-то, где я был в рифе и занял 4-е место. Первый мой успех, так сказать. Риф Абвер? Да. А что за клан, напомни? Ну я помню. Remind and Force. Мы с клоуном там были. С клоуном? Знаешь такого? Да. О, мне такого мелкого. Ну это не... Бесячего. Ну он тот еще, конечно, тролль. Был. И остался. Да. Ребят, потом клоун это пух, стрим. Который... ES4X, еее. А потом уже Fnatic. О, ну Fnatic, те же там, наверное, баксов 300 платили, блин. 350 евро. Да. Ну, правда, тогда евро был то же самое, что доллар. Но тогда, правда, это было реально дофига. Я готов. Да, это работу. Недостаточно зуба. На жизнь столько хватало. С головой. Моя помощь. Недостаточно золота. Что на этот раз? Но они за каждый турнир платили. Очень круто. Кажется, даже за онлайновый. За лановые тоже. Самое приятное. В Москве едешь на лан, а тебе там гостиницу оплачивают, проживание, переезд. Ты на трамвайчике чух-чух-чух. Прикольно. Что там у тебя? Укажи мне систему в норме. А Мандура потом говоришь, да, Россия большая. Турниров у нас тут много. Ну это же нечестно, ты шведов обирал фактически. Обирал. Не, там положено верили. Было по контракту. А. Это не моя это. Вся система в борт. Прекрасно. Вся система в борт. О, они не ставят базу. Они даже не крипят базу. Сейчас крипят начали. А. Там гули прибежали. Жду приказа. Окей. Твой ход. Ты не был, наверное, на том Асусе, где Роттердам приезжал. Нет, и Инсомния вместе, они, кажется, приезжали, если я правильно помню. Я только читал об этом. Нет, Инсомния на старые. Роттердам, когда Фнатик был, я, Хулиган и Роттердам. Жду приказа. У вас, конечно. Я готов. Мы ж все 3 места первых заняли там. Не, не помню так. Ну, в смысле... Эдмона не было. Был вход, по-моему, нейтрон. Точно не помню. Они 2 андеда, да? Говори быстрее. Требуется моя помощь. Да, экспан ставит. Да. Превосходно. Я готов. Ладно. Так, мне с тинкером. Ну, я пошел крипиться, естественно. Тинкер отличный против андедов героя. Главное, до 5-го дожить. Дело сделано. Как? Во что мне сыграть? Может, через 2 древа ветров, как раз как ты в прошлый раз делал? Давай через 5 древ ветров пригнали. Окей. То есть масс фейриков вообще. Прям вообще. Окей. И сразу давай грейды на них делай. Чтобы сделать для них грейды. Может, кстати, 2 тогда Hunter's Hall сделать.
Укажи мне. А, они идут сзади. Да, можно подраться, мана, у него немного. Беспонят, только надо было взять, ну ладно. Приказ поняла. Верни соточку дерева, апгрейд скажу. Вся система в норме. Приказ поняла. Что там у тебя? Жду приказа. Укажи мне путь. И ни слова больше. Твой ход. Не проблема. Улучшение. Обороты в норме. Приказ поняла. Что там у тебя? Укажи мне путь. Это ковис. К старту готов. Жду приказа. Красно будем пытаться. Нет. Так, там вейвер. Он нас отвейвит. Надо вверх идти, я думаю. Здание готово. Укажи мне. Чё, грейдики, грейдики, не забывай. Здание готово. Чё там у тебя? Чё, блесом. Чуть-чуть. Все, хватит. Больше не надо. Приказа. Обороты твой ход. Я пока не палю это все дело. Вся система в норме. Приказ поняла. Обороты в норме. Мода. Жду приказа. К старту готов. Твой ход. Вся система в норме. Чё там у тебя? Старту готов. А так чисто развлекаешь, чтобы тебя... Да-да-да, чуть-чуть паузы нужны. Так, надо подумать еще. Подумать еще об было. Что на этот раз? Подумал. Да. Только из лимита, ой, когда будешь выходить, сигнать, чтобы говори я тебя скинул. А, магазин нужно для хвоста. Да, ваше высочество. Да, ваш свет. Ладно, еще я пока гипса доделаю, чтобы арчей. Что на этот древесины? Раз? Одно ваше слово, конечно. Моя помощь? Сверху закрепил андет. Да. Да. Требуется моя помощь? Как скажешь. Дел сделано. Жду не дождусь. Превосходно. Жду не дождусь. До указания. Блин. Да? Зачем ты так? Опять за работу. Ну, что-то понятно. Что я мог сделать? Я пошел. Понял. Чего? Так. Раз, три, четыре, пять, шесть, еще один. Старту готов. Здание готово. СП. СП. Вся система в норме. Че там у тебя? Укажи мне путь. Здание готово. Твой ход. Обороты в норме. Приказ поняла. Так, ну я пошел. То есть я готов обороты выходить из лимита. Наше время настало. Давай. Поехали. К старту готов. Твой. Это по мне. Че там у тебя? Аж красную как раз снизу сбегать, забрать. Mm-hmm. Они идут туда. Обороты в норме. Аж пока там готовится. Я сейчас тебе скину. К старту готов. Обороты в норме. Я разберусь. Я разберусь. Что там у тебя? Поехали. О, да. Исследование завершено. Вся система в норме. Обороты в норме. Эрик, тоже уже бери. К старту думаешь? Готов. Вся система в норме. Что там у тебя? Это мне. К старту готов. Вся система в норме. Лудот поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает легенду моего детства. Майки Реддер. А, Лудот, спасибо тебе большое. Ты легенда, понял, Леш? Я да. Я понял. Вся система в норме. О, да. Чё там? Ну я готов. К старту готов. К старту готов. Полы нужны. Обороты в норме. Кого? Ну тебе вообще надо, ну, можно сюда там залететь еще по-всякому. Да я боюсь залетать туда. Поехали. Побудите. Ну, потому что там уже все... Мне хотя бы Blizzard и Scroll нужен. Чё там у тебя? Обороты в норме. Ну ладно, окей. Там вышка уже чё стоит. Чё там у тебя? Обороты в норме. Вся система в норме. Старту готов. Старту готов. Обороты в норме. Вся система в норме. Чё там у тебя?
старту готов. Это по мне. Сейчас опять вот сейчас скидывают. Че там у тебя? Обороты в ноль. Обороты в ноль. Че там у тебя? Старту готов. Поехали. Вся система в норме. Че там у тебя? Вся система в норме. Старту готов. Обороты в ноль. Обороты в ноль. Это по мне. Че там у тебя? Вся система в норме. Старту готов. Обороты в ноль. Ракеты затащит. Я разберусь. Вся система в норме. О да. О да. Мастерское окружение, да. Господи. Сделайте кто-нибудь скрипчик, пожалуйста. Оп, надо мне сейчас телепортироваться, прости. Да, чё, меня один герой. Блин, ты такой просто Blood Mage беспомощный, типа. Ой, господи. Было классно. Вся система в норме. Пей-пей. К старту готов. Жду приказа. Чё там у тебя? Я экономно. Я даже тебе ночь прожму. Обороты в норме. Обороты в норме. У тебя фейрика еще дома. На мои. На мои? А, это без группы. Вся система в норме. Так, ну почти пятый тинкер. Вся система в норме. Если вообще твой маг не подсматривал, но он там лил что-то. Поехали. Заливал. Неплохо лил. Достаточно золота. Надо проверить старту слева, готов. Да, 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 экспанд. Экспанд. Говори быстрее. Жду приказа. Я 2-2 проверяю этот раз. О. Да, но мне Т2. Требуется моя помощь. Делай Т3 потихонечку. Ваши войска атакованы! Говори быстрее! Мне кажется, не очень целесообразно. Это для солдата может быть. Что на этот раз? Минимум плюс экспа. Требуется моя опять помощь? За работу! Да. Блин, как же они там... Просто... Эти 8 гулей, которые... Мало того, что их застанили, потом еще залили. Их жизнь к этому не готовила. Обороты в норме? Че там у тебя? Стоять бы. Сразу треть хп просто в армию всей. А ну-ка стоять. Это что, тут прям дохренища. Лучков. Ой, тинкер минус. А вот это очень плохо. Только не отдавай своего героя. Ну я могу тпшиться. Нет, в этом и смысл. Убежать. Ладно, ладно, хорошо. Пробую и улететь. Да, давай. Давай. Блин, ну вот он исчез просто, честное слово, очень быстро. Да. Знаете, денег. Нет, был косяк. Ну, кстати, в целом я потерял где-то 10 лимита. Обороты в старту готов. Че там у тебя? Вся система в норме. Обороты в норме. Ну что теперь? Ты Т3 все-таки сделай. Ну, нужны грейды, там химеры в итоге. Не, химеры не нужны, какие химеры, ты сейчас смотришь. Это все равно, или фейрики хотя бы 3-3. Ну да, фейриков делаем. И надо полетать их, похарасить там. А то... А зачем не используешь базы? Всю силу. Да там сетки, что? Ты так залетаешь, просто убиваешь и тпшишься. Хорошо, я попробую, я попробую. Улучшение завершено. Опять за работу. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Надо сбастывать. Ай да давай, да, спасибо. Сай нижний. Ваши войска атакованы. Я готов. Да, я разберусь. Обороты в ноль. Вся система. Улучшение завершено. Чё там будет? Вторую пытаться спасать. Давай вторую спасем. Что-то поесть. Я готов. Там же и шок ваши есть. Я готов. Обороты в ноль. Обороты в ноль. Чё там у тебя? Старты готов. Вся система в ноль. Чё там у тебя?
Убивай. Я бы когда это все делаю. Вся система в норме. Третий грейд на атаку. Недостаточно золота. К старту готов. Обороты в норме. Третий грейд на защиту. Недостаточно золота. Вся система в норме. Че там у тебя? Ой, они так бесконечно могут делать. Ладно, я пошел встречать центрального видимо. Даже. Обороты в норме. А, их двое тут. Ну, с одним посражайся с кем-нибудь, или на базу к ним иди. Да, наверное, на базу лучше. Вся система в норме. У меня-то один экспант работает экстра. Угу. Да. Это прав нормально. Базе союзника нужна помощь. Обороты в норме. Че там у тебя? Один только что пошелся. Да, но... Я думаю, шахту убил. Поличик второму. Раз такая пьянка пошла. Чё там у тебя? Это по мне. Я разберусь. Второй. К старту готов. Второй, да, здесь. Дрезать ему немножко. Обороты в исследование завершено. Старту готов. У тебя есть двое здесь. Чтобы сдаться. О, да. Что это у тебя? Обороты. Нельзя. Я телепортирую здесь лучше. Только попал. Старту. Давай. Я тоже тогда отпешусь. Что это у тебя? Вся система в норме. Обороты в норме. Никак не могу критмассу сделать. Исследование завершено. Обороты в норме. Ну, тинкер почти шестой, конечно. Исследование завершено. Ну. О, да. 3-3. К старту готов. Обороты в норме. Давай, побусь их немножечко. Вся система в норме. Здесь просто... Да-да-да, я иду. Базе союзника нужна помощь. Вся система в норме. Обороты в норме. К старту готов. Вся система в норме. Обороты в норме. Чё там у тебя? Базе союзника нужна помощь. Вся система в норме. Драться-то, конечно, не стоит. Чё там у тебя? Старту готов. Смерть. Поехали. Старту готов. Обороты в норме. Телепортировался, что ли? А, это ты телепортировался. И он тоже телепортировался. Окей, тогда нормально. Вся система в норме. И лес. Лес могу. Чё там у тебя? Здание готово. Готов. Обороты в норме. Вся система в норме. Чё там у тебя? Обороты в норме. К старту готов. Не опять вышли. Кажется, хотят сражаться. К старту готов. Ну, у нас обороты только на базе, если тогда посражаемся. Чё там у тебя? Вся система в норме. Окей. Чё там у тебя? К старту готов. Я готов. Обороты. Позиция хорошая вроде как. Чё там у тебя? Поехали. К старту готов. Вся система в норме. Капец там народу. Да. Какое мясо, ты видишь? Свиток читаю. Они не знали, что это не контрят вообще фериков. Или что можно убить? Они реально не знали, что эти не... У меня тут три феррика где-то сдохло за это время. Сейчас, правда, может быть больше. Ну, нам героев просто надо как-то убить. Да, герой, что будет сложно. Ну,
Да, это, кстати, ты прав. Надо. Все, кроме них, убить. А вот и Гарги. Гарги тоже прохлада. Что там по личу? Один телепортируется, да? Просто мне кажется, реально без химер тяжеловато. Вся система в норме. Старту готов. Че там у тебя? Вся система в норме. Обороты в норме. Старту готов. Че там у тебя? Обороты в норме. Че там у тебя? Вся система в норме. Лечиться назад. Да-да-да. Вся система в норме. Старту готов. Я пошел за свитком еще. Базе союзника нужна помощь. Вся система в норме. Обороты в норме. Че там у тебя? Я разберусь. Первый есть? Старту готов. Да. Обороты в норме. Надо гипосов, видимо, достраивать. Но вот гипосы это уже такой немножко мусорный лимит будет. Против качанного лича. Хотя с третьими ракетами, наверное, пофиг на. О, да. Я разберусь. Вся система в норме. Это по мне. Поехали. Чё там у тебя? Попробую обороты похарасить. В обороты в норме. Вся система в норме. Нам эти нычки просто надо удержать. Чё там у тебя? Да, у них скоро деланги закончатся. Осторожные тинки. Да, пофиг. Старту готов. Обороты в норме. На самом деле не совсем пофиг. Вся система в норме. Вся система в норме. Чёрт. Наш рудник почти истощен. Чё там у тебя? Обороты в норме. Вся система в норме. Я сзади подхожу, типа. Союзника нужна помощь. Обороты. Так потихоньку начинаю добавлять лимит свой. Старту готов. Правильно. Чё там у тебя? Вся система в норме. Старту готов. Обороты в норме. Блин, ракеты. Чё там у тебя? Молоко. Обороты в норме. Герой союзника там поехал. Старту готов. Вся система в норме. Чё там у тебя? Чё там у тебя? Это по мне. Ну, вроде один отдался. Опять же тут. То есть направо вверх бы стопешил секшоп. Базе союзника нужна помощь. Чё то повозьмёт он? Наши воины вступили в бой. Да, не все так гладко в королевстве нашем. Ну, я, конечно, чуть лимит. Чуть-чуть дерево. У меня 75 лимита есть. Дерево скинул. Беги сразу к ним. Просто, чтобы они на второй экспант не пришли. Понял. Базе союзника нужна помощь. Вся система в норме. Я сделаю торг с крестами. Нахрена? Старту готов. Чтобы замедлять. Потом уже брейкер будут добавлять. Я телепортируюсь снова. Вся система в норме. Чё там у тебя? Вся система в норме. Сразу к ним. Да, я понял, что надо бегать. Как можно больше надо добыть просто с этих экспандов. Мейна сейчас закончится. Экспанд тоже сейчас закончится.
Все, что экстра добудем, все наше. Да, идут они. Я иду к тебе. Обороты в норме. Обороты в норме. Базе союзника нужна помощь. К старту готов. Это по мне. Что там у тебя? К старту готов. Обороты в норме. Поехали. У меня есть 10 секунд, чтобы сдаться. Базе союзника нужна помощь. Вся система в норме. Вся система в норме. К старту готов. Чуть-чуть дерево. Что там у тебя? Я на экспанд попробуем. Давай, ну там мало уже осталось. Да, полторака. Они телепортируются. Я тоже телепортируюсь. Да, не сдаются гады. Что у тебя по экономике? Все, последняя шахта. Не, мне-то деньги не особо нужны. Как бы просто... У тебя лимит будет какой-нибудь? Ну, небольшой совсем. Можно подраться. Окей. Вся система в норме. Обороты в норме. Вся система в норме. Поехали. Ни хрена тебе там народу. Лич минус. Жук минус. Лично мили живой наверху пингул. А, у меня особо нечем тебе помочь. Жука, почему не сказал? Замедляю. Убиваем. Слева. Видишь, сорочка пристыта, нормально. Да. Заходит. Нет, не телепортируйся. А я тебя лечить не могу, извини. Ты механизм. Да. Вся система в норме. Десятый тинкер. Обороты в норме. Наши войны вступили в бой. Серьезно? So bad, говорит. And win. Блин, спасибо за щит. Десятый тингер просто. Ну, тингер, видишь? Ну, наверное, подумал. Хуман вообще нубас. Смог сделать 4 сорки и 3 приста за всю игру. Да. Ух. Вроде как прокачаны на лидерские герои, а нюкнуть они тинкеры не могут. Ну да. И все. Ну что, отлично поиграли, Алексей. Вообще, спасибо тебе за компанию. Приезжай в Белгород, отдохнешь. Хорошо. Буду рад тебя видеть. Спасибо. Я тебя тоже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всем пока, друзья. Увидимся с вами завтра вечерком где-нибудь на какой-нибудь игре. Пока-пока.